только решил завязать шестого, приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили седьмое. А что ты хочешь? Дело святое. Восьмое, девятое помним плохо. Уехал родственник, слава богу. Десятое, вроде заняться нечем. Отлично, десятого лечим печень. Одиннадцатого. Решаем задачу, как не поехать к друзьям на дачу. Но все же едем, итог известен, включая 12-е, куролесим.